Уважаемые дамы и господа, просим вас перевести ваши мобильные телефоны в беззвучный режим. Мы начинаем. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Вы знаете, да, что бытует распространенное мнение, что нот всего 7. Обнинск уверенно доказал, что их гораздо больше. В этом году он насчитал уже 17. И мы очень рады, что вы решили провести этот прекрасный демисезонный вечер именно с нами под звуки 17-й обнинской ноты. Главное слово мы сегодня представляем для начала нашего фестиваля Оксане Рачкулик, творческому руководителю объединения «Азис». Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует творческое объединение «Азис» и все участники 17-го фестиваля «Обнинская нота». Благодарим вас за то, что вы с нами, несмотря на все форс-мажоры. И знаете, раньше я воспринимала фестиваль как такой праздник, такое вот зеленое дерево, на которое слетаются яркие птицы и, так сказать, устраивают такой праздник песни. Сейчас я его воспринимаю как теплый такой костер, вокруг которого собираются хорошие люди. Давайте вместе сохранять это тепло. Мы это и делаем с вами. Спасибо всем помощникам, спасибо всем сочувствующим. И пробуждать лирой добрые чувства – это, наверное, главное назначение, собственно, искусства. С фестивалем! Открывает наш сегодняшний концерт автор-исполнитель творческого объединения «Оазис» города Обнинска Зоя Иващенко. Но песня, которая открывает сегодняшний концерт, не моя. А написана она Антоном Багуном, который ведет этот концерт, но он сказал: «Пой, Зоя, я тебя благословляю». Поэтому открытие фестиваля песней про обнинскую ноту, написанную Антоном Багуном. Когда у нас в краях последний снег растаял, слетаются друзья, подобно певчим стая. И если где-то вдруг утерян план полета, они летят на звук, на обнинские ноты. Из них еще в пути, чем ближе, тем понятней рождается мотив, несложный и приятный, и его напев едва придет к стихам охота, и сложатся слова на обнинские ноты, его напев едва придет к стихам охота, и сложатся слова на обнинские ноты. Состроены давно гитары, песни, души, и в общем все равно, пой с нами или слушай. И даже сквозь бои пространства и заботы отыщутся свои, спеть обнинские ноты, где словно паруса, то трепетно, то гордо, все наши голоса сливаются в аккорды. И будь уверен, что когда расстроен кто-то, есть верный камертон, есть обнинская нота. И будь уверен, что когда расстроен кто-то,
нота, есть верный камертон, есть обнинская нота, есть обнинская нота. Спасибо большое за поддержку из зала, я видела.